Так, я нормальный? Тревор, ты нормальный? Нормальный. Где моя бесшумная машина? Я ее нашел. Я ее нашел. Курнул травки, выносливость прибавилась. Че за звук-то? Как будто пердит кто-то. У Тревора живот пучит. Что, блин? Это как? Ну-ка, старички, подтолкните давайте. Я сейчас подтолкну. Давай, давай. Ну давай, ну. И... И... Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и это GTA 5. Итак, мы с вами кончили за Тревора и продолжим за Тревора. Итак, у меня машина тут, короче, встряла. Надо вылазить, искать что-то новое. Вот. Ой, оружие надо убрать, наверное. Мало ли что, мало ли что. Менты тут бдят. Менты бдят тут все. Окей. Давай посмотрим, куда можно сгонять. Так, мы находимся как раз рядом, смотри, вот здесь вот с Б. Ну, погнали, наверное, Б. Вот это. Что еще есть? Здесь у нас еще есть, смотри, далеко, правда, бойня. Так, ну и в принципе все. Ну давай, наверное, начнем Б, потом Н, а потом уже доберемся до бойни. Так вот, по порядочку. А на Т уже потом мы с вами как-нибудь уже в дальнейших сериях пройдемся. Ну, возможно, получится Н и бойня. Возможно, получится сегодня все три. Возможно, получится бойня и сюжетное задание. Короче, фиг его знает. Как получится, так получится. Так, хочу вот на этой. Что-то она мне приглянулась, хочу на ней. Только позвони в полицию. Только позвони в полицию, я тебе дам. Хотя это бомж, наверное, да? У него нету трубки. Так что поехали. Так, гладенько прям машина идет. И звук такой прям. Это не электрокар какой-нибудь? Слышишь, какой звук, да? Прям такой вау. Такой вай. Тихенькая такая. Так, ладно, я сейчас припаркуюсь. Припарковались и сюда куда-нибудь. Здорово, пацаны. Да, что ты говоришь-то мне тут, а? Конопля — это суперкультура. Вы не подпишете, сэр? Что это? Самая важная борьба на свете. С нищетой? Нет, другая самая важная борьба. Со СПИДом? Нет, другая. За права животных? За легализацию. Вот, подпишите. Черт, где моя ручка? А где моя ручка? За легализацию чего? Того, что отцы-основатели считали нашим правом. Правом потреблять целебные травы. Легализовать траву? Угу. Ты что, издеваешься? А я же зарабатываю на ней кучу бабла, ты чего? И легализация — это последнее, что мне нужно. Вали отсюда, козел. Затянись. Не, я ее больше не курю. Она плохо сочетается с пидами. Это еще отличная трава. Ну ладно, давай. Это опять этот чувак, короче. Всем предлагает свою травку, короче. Он это... О, да. Мягкий философский кайф, что дарует нам мать-земля. Кстати, кто это там, клоуны? Да ладно, клоуны. Что, блин? Убейте клоунов. Воу, а чё за ромашки-то? Ромашки тут всякие. Ой. Клоуняги. Ладно. Иди уже, отходняк. Ой, а люди-то тут что-то бегают. Ой. А чё я не стреляю тут? Ты что делаешь-то, Тревор? Стой. Почему не стреляем? Мочим клоунов. Думаешь, я себя боюсь? Тачки, смотри, появились. Сколько клоунов поместится в этот фургон? Загадка без ответа. Так, окей. Ладно. Иди. Прыгай. От Седова. С детства ненавижу клоунов. Сдохни, зловещий глюк.
Короче, у Тревора клоуны, а у Майкла инопланетяне. А у Франклина, короче, эта фишка не действует на Франклина. Это нормально, они, короче, вылазят и вылазят. Надо, короче, было фургон просто тупо взорвать, да? Погоди, а это тоже их мочить надо? Я думал, это люди простые. Ой, а меня, кстати, сейчас загасят. Погоди, у меня жизни-то. Что-то я так расслабился. Так. А у меня не действует. У меня не действует, короче, это херотень. У меня не действует. Что за херня тут творится? Суперспособность у меня не действует почему-то. Что? Суки, конечно, жесть. Приколюхи. Я не знаю, это, наверное, обычные люди сейчас пробежали. Взрывайся, ну! Окей, там тоже фургон. Он перезарядится. Тревор, держись. Ты сможешь, я знаю. Я что, совсем плох? Ой. Их что-то много, блин. Клоуны как-то посложнее, чем инопланетяне. Ой, их там много. А, это люди обычные, да? Ну ладно. Тоже сойдет. Хватит надо мной смеяться. Там фургон. Надо его взорвать. Я, интересно, достаю, попадаю по ним. Меня убили. Меня к чертовой матери убили. Убили клоуны. Так, ладно. Убейте клоунов. Ну ладно, погнали. Я так понял, надо, короче, взрывать вот эти вот фургоны. Ну что фургонов клоунов. Бах! Фургон готов. Фургон готов. Давай перезарядись быстрее. А потом продолжим. Ух ты, прям передо мной появился. В горошек. Стопэ. Откуда стреляю? Ну, чё не взрываемся-то, ну? Thank you. Как там Тревор постоянно говорит? Thank you. Хорошо. Отлично. Там еще сзади бежит. Отстал и остался. Нифига он там лупит просто. Не один. Да хватит, хорош! Ну прекращай, Тревор, перезаряжай быстрее. What the fuck? А чё их так? А почему они не умирают? Я вроде попадаю по ним. Ну-ка. Ну кто из нас смеется последним? О, поспешил я. Все плывет. Неплохо. А, все, да? Походу дела. Думаю, поэтому они нас и прессуют. Было чертовски интересно поговорить. Что это, мать твою, было? Полная хинея. Все же подумай о моих словах. Понятно, короче, этот чувак Барри, да, его зовут? Всех накачивает, короче, каким-то дерьмом непонятным, который глюки. Так, я нормальный? Тревор, ты нормальный? Нормальный. Где моя бесшумная машина? А? Фига я с удара вырубил, короче, прикинь. О, Ламар. Ламар что-то написал. Эй, псих, ты меня пугаешь, но вроде ты норм кореш. Надо перетереть, когда с Франклином или без. Пофиг. Ну, окей. Принять участие в безумных гонках на водных мотоциклах. Да ладно. Окей. Так, снизу написано ссылки. Ага, хорошо. Так, а где мой
суперкар, который не шумит. Блин. Такая норм тачка была. А, вон она. Я ее нашел. Выносливость даже прибавилась. Курнул травки, выносливость прибавилась. Хорошо. О май гад. Что? Да все нормально, это моя машина, не переживайте. Так, окей. А, что у меня еще здесь есть? Поехали, короче, на Н. На букву Н. Кто такой? Я ХЗ. Поехали. Блин, как она вообще тихо едет. Просто оргазм для ушей. А что за звук? Кто-нибудь, он отнял у меня сумку на помощь. Где? О, я вижу. Стопы, чувак, я сейчас тебя догоню. Эй, помогите мне. Все, пец, приехали. В следующий раз слушай, что тебе говорят. Все, приехали. Делов как бить дать. Блин, она клевая тачка, мне прям она нравится. Уйди отсюда, таксист, давай, 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 сваливай, сваливай быстрей. Молодец, красавчик. Блин. Да что вы тут разъездились-то, ну? Мне нужно деньгу, короче, мадаме отнести. Девушка, hello. А, ты, видать, только с банкомата сняла. Порой меня мучают внезапные приступы доброты. О, ты такой милый, я ведь даже не из этого района. Большое спасибо. Че она там затерялась, короче, видел, да? Милочка. Ладно, поехали дальше. Хороша машинка. Хороша, прям хороша. Че за звук-то? Как будто пердит кто-то. Слышал, да? Ну-ка. Это в машине, что ли? Тревор пердит. Послушай. О-о-о, слышал, да? О-о, опять. Опять пердит. У Тревора живот пучит. Окей. Перекурил травки, наверное. Ой, ты на гелике. А ну-ка, сгеливал отсюда. Ух ты. Китайская херня какая-то. Окей. Ну, почти. Почти доехали. Да куда ты поворачиваешь? Ну? Я ж еду. Видишь, я осваиваю свою тачку. Э, ты что, ты хотел поговорить? Э, мужик. Стой. Был очень приятный разговор. А, ты еще... Ты еще хочешь поговорить? Все, он, по-моему, больше разговаривать не будет. Все, поехали. Ладно. Вот так дела решаются. Просто раз и два. И нет проблем. Не пиликай тут. О, проехал, проехал мимо. Все, припарковались, отлично. С ума сойти. А, Найджел, это этот, да. Который со звездами-то. А, что-то нас зачесался. А вот и ты, Джок. Да, я достал, что вы просили. О, великолепно. Спасибо. Где ваша жена? Миссис Тронхилл, она мне не жена. Дома у нее муж и двое прелестных ребятишек. Мы познакомились в интернете. Совсем не ради секса. Где она? Ну, она пыталась броситься под колеса знаменитостям. Но она в любой момент может броситься под мои колеса. Я знал, что с тобой будет весело, Джо. Я знал, что ты мне понравишься. Позволь мне обнять тебя. Окей. Ладно. Да, да. Хорошо. Иди сюда, у меня тазобедренный сустав выпирает. Это не стояк. Найджел!
Джок, вы не поверите. Чему? Элди на поле ходит. Она на самом деле ходит. Он ходит среди нас. Ну так чего вы двинутые? Ну это долгая история. Ошибочные что-то там и горах лыжи. Я бы не стал называть это охотой на знаменитость. Я тоже. Я сказал судье, что считаю это несправедливо. В такой момент у каждого могут расстегнуться штаны. Именно. Такое невезение. А мы его так обожали. Если бы только мы могли поговорить с ним. Да, я знаю, это все из-за его адвокатов и агентов. От них один вред. Если бы мы где-нибудь встретились с ним наедине. У меня есть одна каморка на примете. No problemo. Вон он. О, черт. Опять этот чукнутый английская сука. Найджел, он меня напомнит. Колесницу. Джок, поведешь ты. Быстрее, он уходит. Ух ты, на гелике, смотри. А давай, может, мою машину возьмем? Нет? Догоните. Ладно, сейчас догоним. Сейчас догоним, не переживайте. Не переживайте, старички. Сейчас мы его догоним. Блин, а у него гелик, короче, быстрее, чем вот эта корыта. Кстати, такая же тачка, как у Майкла, только голубая. А чё мне надо с ним сделать? Так, ладно. А куда это он повернул, погоди? А, вниз туда, что ли? Блин, я его сейчас потеряю. А, нет, не потеряю. Он там впилился, короче, в мусоровоз, нормуль. Вообще такой корыто, просто мне эта тачка бесит. Вообще не едет нифига. Может, ему колеса прострелить, чтобы он далеко не уезжал? Ну-ка, давай я попробую колесо его прострелить. Сейчас мы выйдем, короче, на дорогу. Заезжает на парковку. В смысле? Что, блин, что это сейчас было? Куда он повернул? Правильно, прямо едет. А, вон он, по прямой, короче. Вот сейчас я вот так вот сделаю. Опа, видал, какой киношный эффект. Прыжок не выполнен. Да охренели, был очень охрененный прыжок. Почему он не выполнен? Блин, он на той стороне. Как я его сейчас достану? Старички, давайте поменяем машину, меня это бесит машина. Я не хочу его убить. Я хочу ему колеса прострелить. Перестань стрелять. Погоди, я хочу ему раз... Ни хрена, он тут стены... Стены тут... Охренеть! Он тут в больницу! Надо так? Ой-ё! О, все, приехали! А ты дьявол и что-то там, короче. А как мне отсюда выехать теперь? Погоди. Мне надо теперь как-то выехать отсюда. Нормально я перескочил. Есть где выход? Вон, наверное, он там. Вот тут здесь, наверное, выехать можно. Чпуньк. Да что за дерьмо, а не машина-то? Как, блин? Что, блин? Это как? Все, я теперь не уик. Что это? Ну-ка, старички, подтолкните давайте. Быстренько. Так, вышли и подтолкнули. Вышли и подтолкнули меня. Давай, чуть-чуть, я выберусь. О, видал? Ну твою мать, как? Как это, блин? Так. Ну-ка, двигается машина. Расталкиваем, давайте, раскачиваемся влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Ну-ка.
А если я выйду из машины, короче, подбегу, да, нормально? Будет. О, твою мать. Вернитесь в автомобиль, ты в смысле? Ну-ка, стой. Я хочу, я сейчас подтолкну. Эти старые жопы не хотят мне помогать, короче, я сейчас подтолкну. Че не толкает? Ну-ка, Тревор, давай, быстрей. Ну-ка, подтолкни. Да не в ту сторону. На потолке? Ну, давай, давай. Ну давай, ну. Ну давай, давай ты. Толкайся. Твою мать. Сила. Подкачался немножко. Давай, 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 давай. Мне бы зацепиться чуть-чуть. Давай, давай, давай. Ну-ка. Ну-ка. Да блин, а и что теперь делать? Да хорош, заткни ты эту старуху-то уже. Заткни эту старуху нахрен. Да полный кобздец. Это пипец, это... О, бог ты мой. Джок, прошу тебя, ты нам нужен. Да я понимаю, что я вам нужен, но, блин, ты видишь, какая дичь? Так, стой. Ой. А что взорвалось? Вы целы там? А, они целы. Сейчас я, короче, мотоциклом каким-нибудь подтолкну это все дело. Так, ваш байк. Я это... На время, я сейчас отдам. Что, блин? Сейчас мы на буксер возьмем. Ну-ка. Ну она даже с места с мотоцикла не сдвигается, ты прикинь. Ну-ка, сейчас разгонюсь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И... Что, блин? Стой, мне нужна машина. Пешкам не догнать. В смысле не догнать? Вон он стоит. О, стой, 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 стой. Вставай давай, Тревор. Ни хрена просто. Да стой ты! Да нормально, блин. Урод. Говнюк. Стой. Окей, спасибо. Я на время, я сейчас вам отдам. Я сейчас вам отдам. О-о-о-о-о-о, сдвинулась, сдвинулась. И... Отлично просто. Да иду, 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 не ссы. Все нормуль. Просто погоня, что надо. Это за старые грехи. В смысле? Сейчас мы, короче, это... В смысле полиция? Еще и менты едут? Надо быстро, надо быстро. Все, отлично, хорошо. Ну и поездочка. Охрененная поездочка. Вы желаете, чтобы я сопроводил ваш почетного гостя в багажник? Будьте так любезны. Эй, давай сюда. Пошли. Быстро. Эти... Это твои самые что-то преданные поклонники. Привет, психи долбаны. О, это ЛД Наполи. Труры просто в кайф это все. Но все готово. Настоящий джентльмен. Это восхитительно. Чокнутые. Все, да? Отлично. Ну, зато мне достался гелик, в принципе, да? Гелик достался, это хорошо. Так, у меня, это, жизни. А чё в гелик-то не садимся, Падла. Вот падла. Так. Народ, народ, стой, 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 стой. На Хаммере, по-моему, уже гоняли, да?
Все, хорошо, поехали. Так. Ну давайте доедем, наверное, до бойни, но сегодня, наверное, ее проходить уже не будем. Вот, просто доедем. Просто доедем. Может, по пути что-нибудь произойдет, встретиться. Так, поворот сюда. Просто машина цвета какашки. А, в смысле? А что менты-то? Какого хрена? Или кто-то вызвонил? Вызвонил полицейских, что ли? Ну ладно. Они все равно где-то далеко. Меня они не догонят. Не смогут догнать. А, или... Нет, смотри, где-то там он рядом. Вон едет. Нифига себе. Ну, фиг ли. Машина цвета говна и едет как говно. Ну ладно, нормально. Такая чисто сегодня у нас серия, такая чисто погони. Погони и... Когда, вот слышь ты, взад мне. Ты это, взад мне того, не это. Все шикардос. Так. У меня текстурки пропадают и... Так что ментам надо от меня отстать. Ты как здесь очутился, эй, дружище? А почему две? Потому что я врезался? Логично, логично. Таксисты тут разъездились. Или может Франклину домой заглянуть? В гости? Посмотреть, есть он там? А интересно, можно вот так случайно, короче? Ну, допустим, я вот сейчас, да, к Франклину, если заеду, если он дома, можно так встретиться как-то, да? Нет? Интересно. Если бы можно было так случайно встретиться, было бы прикольно. Ну, Поршечка проехала. Вон гелик еще один стоит. Че так много сегодня геликов? Третий уже, да? За серию мы увидели. Третий гелик. Да хорош, сколько вас тут? Мы в городе должны быть, а не здесь вот, в горных ландшафтах ездить. Меня добивают они, как они по рации там. В прошлой серии то же самое тоже. Блин, смотри, какой вид. Какой вид, и я прям туда, к этому виду просто. У меня пофиг, у меня внедорожник. Я должен перелететь, отлично просто. Видал, как я перелетел, да? Да как ты меня опять... Опа, это другая полиция. Не ори там. Все, все на мази, все в ажуре. Не ори. А это что, это полиция? Это военный какой-то грузовичок проехал? Все, 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 хорош. Я в другом штате. Меня нельзя больше ловить. Я в другом штате. Вроде так же это работает, да? Ух ты, смотри, самолеты, памятник самолетов. Прикольно, да? Так, мне теперь надо свалить, мне надо спрятаться. Уйди с дороги. Я поехал прятаться. Ух ты, смотри, какой прикольный джипарик стоял. Ну-ка, я поехал прятаться. О, нет, только не в реку. Шикардос, просто поплыл. Просто поплыл. Видал, видал, вроде не такой внедорожник, а смотри, какой внедорожник. Че, все заглох, что ли? Ты почти выехал, ну. В смысле заглох? Все. Послышал гром. Все, я сейчас спрячусь под мостком. Меня не найдут. Гром, что ли, сейчас гроза будет? Вроде на небе не облачко. Не, хотя есть, но... Не такой. Ой, кролики. Кролик. Кролики. Так, ладно. Я от ментов, короче, спрячусь.
Посрать присел. А, все, спрятался. Да, слышишь? Как будто это. Гром. Окей. Ладно, друзья, на этом, короче, закончим. Вот. Продолжим. В следующей серии. Я не знаю, блин, следующую серию уже за Майкла будем играть. А че я сюда приперся? Непонятно. Но. В принципе, можно будет Бонни сыграть и перейти к Майклу. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.